Внимание на экран. В игру вступает телезритель из старого оскола. Итак, вопрос. Евро, слоновая кость, солома, бархат. Что лежит в черном ящике? Дерево — это то, что можно пощупать. А почему евро? Это что-то из Европы. Что растет в Европе? Какие деревья? Кирпич! Кирпич! А теперь правильный ответ. Староскольский кирпич. Капитальный, надежный, свой.